Так, сегодня вот вечером приехал с работы. Первички появились от кур. Вот бегают с хохолками. Белые, русско-белые. С ледбаром. Голубенькие. Котенок. В подъезде сначала одного выкинули, черного. Жена забрала, привез в сарай на дачу. Через два дня другого выкинули, еще меньше. Тоже взяли в сарай, бегают, проходили. Так, снесли яички, вот такие кучки получились. Русско-белые с ледбаром. Сейчас яички покажу. Вот котята. Один. Маленький привез, а этого на два дня раньше привез. Еще не видно черный. О, тоже выкинули кто-то. Теперь два ворот здесь в сарае. Их мушивают. В сарай выйти нельзя. Окей. Весной буду выпускать, как подрастут. Так, а вот яйца. Это у меня хайсексы несут, белое яйцо, зеленые. Вот эти вот два снесли легбары. Ой, легбары, русско-белые плюс легбар. Вот такого помесь оливкового цвета начали нести. Такие голубенькие, хорошие. Это джерсийский гигант. Вот здесь джерсийский гигант такие. Вот как яйцо такое голубое получилось. Красивое. Сейчас разнесутся. Ну, штук 20 таких я сделал. Варил много, штук 300 всех продал, сделал все 20. И буду людям как пищевой продавать красивые яички.